Всем привет, с вами Арсений, магазин ToCamp и видеообзор столика для лодки ПВХ трансформера номер 15-1. Ну, вот. Это немножко обновленная версия 15-го столика. В нем добавился еще один бортик и добавилась внутренняя полочка. Столик устанавливается на систему крепления электрос. Сейчас покажу, как в комплектации уже идет вот такая планка. И 4 саморезика, которым вы ее сюда прикрутите. Для того, чтобы установить эту планку, вам нужно примерить, чтобы столик стоял у вас ровно. Поставить сюда эту планочку. И карандашком отметить, где будет установлено. После чего перенести этот размер на центр столика и прикрутить эту планку сюда. После чего установили столик в нужное вам в лодке место. Столешница. Газлифт установлен 120 ньютонов, то есть максимальный в своем классе получается. Здесь у нас два держателя спиннинга, которые вы можете вот так вот установить. Ну и немножко о размерах столика. Ширина столика максимальная у нас 40 сантиметров. Ширина столешницы 24, ширина 28 сантиметров, это складной столешницы. Глубина полочки под аккумулятор 9 сантиметров и внутреннее расстояние до газлифта получается 32 сантиметра. Сюда спокойно поместится 2 аккумулятора стандартных для эхолотов. В нижней части столика у нас установлена защелка лягушка, чтобы ваш столик произвольно не открывался. Итак, понравился данный столик, заказывайте у нас на сайте. Подписывайтесь на наш канал, следите за новостями. Меня зовут Арсений, рекомендую.